23 октября в администрации Волховского муниципального района состоялось второе заседание Совета депутатов Волховского района 5-го созыва. Рассмотрев решение конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, назначаемого по контракту, Совет депутатов Волховского муниципального района единогласно решил назначить на должность главы администрации Волховского муниципального района Александра Сафонова. Спасибо сказать всем, кто доверил, поверил. Уверен, что оправдаю надежды, слабые места подтянем, работу организуем на должном уровне. Работы много предстоит, вникнув сейчас и поняв, насколько проблематичны есть моменты в общем в городе и в районе, надеюсь, вместе мы их исправим и выведем на должный уровень. Еще раз всем большое спасибо. Депутатский корпус, хочу поздравить с избранием, с назначением, ну и вступлением в активную работу. Закончилась избирательная кампания. Сегодня уже прошло полтора месяца. Совет сформирован. Глава сказал, что уже все комиссии сформированы. Сегодня полноценно вы можете, работать. Но хочу сказать, что вижу многих депутатов уже, не первый созыв. Вы становитесь, мудрее, опытнее. И я вместе с вами становлюсь мудрее и опытнее. Да? Но я вспоминаю времена, когда еще, Совет собирался, и были такие непростые времена, удаляли там и советников, и губернаторов, сегодня советник в президиуме. Это уже говорит о том, что мы с вами научились совместно работать. Это дорогого стоит. Поэтому, коллеги, впереди у нас с вами непростые задачи. Буквально до 8 ноября мы должны в первую очередь сформировать органы власти муниципального образования первого уровня. Затем принятие бюджетов, и, как губернатор сказал, сегодня у нас непростые времена, но есть уверенность, что депутатский корпус, который сегодня избран, справится с всеми теми задачами, которые сегодня ставит перед нами, на благо жителей Волховского района. Дорогие коллеги, конечно, сегодня очень важное событие произошло в жизни Волховского района. Утверждены все комиссии, утвержден состав. Я прежде всего хочу вас поздравить с избранием, потому что выборы были сложные достаточно, и вы победили, достойно победили. Но общественная палата существует на территории района полгода. И за эти полгода с Александром Евгеньевичем мы непосредственно работали, и у нас сложился, в общем-то, очень серьезный, творческие и трудовые такие отношения. И я думаю, что мы и дальше, Александр Евгеньевич, продолжим. Комиссия очень уважительно относится к вашему мнению, к вашему опыту. И я хочу от имени палаты еще раз поздравить вас. Мы понимаем, что это хорошо, но это очень и ответственная должность. Всего вам доброго. Спасибо. Также народные избранники утвердили составы и избрали председателей постоянных депутатских комиссий Совета депутатов Волховского муниципального района. Избрали представителей Волховского муниципального района в состав молодежного парламента Ленинградской области. Избрали представителя в Совет представительных органов муниципальных образований Ленинградской области при законодательном собрании Ленинградской области. Кроме того, народными избранниками было принято решение о награждении почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области коллектив акционерного общества «Заречье». Также рассмотрели ряд других вопросов. Ну а мы поздравляем Александра Евгеньевича Сафонова с назначением на должность главы администрации Волховского района. Желаем успехов в решении поставленных задач, мудрости в принятии решений, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, уверенности в своих силах и доброй службы на благо жителей Волховского района.